Сегодня мы с вами будем готовить индийский гороховый суп. Я беру горох, я его предварительно замачиваю, куриная грудка, что входит сюда, входит помидоры, перец сладкий болгарский, морковка, картошка, масло сливочное и очень много специй. Какие специи? Это кумин, зира, тмин, имбирь, перец. Я взяла перец с лимоном. Можно отдельно перец, можно отдельно лимон. Корица, лавровый лист и кориандр. Вот каким образом мы будем загружать все эти ингредиенты, я расскажу. Так, я размочила горох, нарезала грудку куриную, ну, масло вот добавила. Вот. И сейчас это все мы будем класть в мультиварку, варить. Помимо всего этого мы положим туда морковь растертую, перец болгарский, помидорку, картошку. Еще нужно в суп добавить куркумы. У меня куркумы не оказалось, но у меня есть вот такую, я купила на Озоне приправу, хмели сунели, вот целую банку. И туда очень много чего входит. Вот обратите внимание, что туда входит. Так, не здесь. Вот здесь состав. Туда входит куркума, имбирь, лавровый лист. Далее, плохо видно, укроп, перец красный, чили. Далее соль морская, ну и много чего, даже петрушка, сельдерей, имбирь и так далее. Мне она очень нравится. Вот такую приправу я еще немножко положу в суп. И мы тогда все это сейчас складываем. Ну, я в мультиварке варю, вы можете в кастрюле варить. И все это варим, пока не сварится горох. Загрузила. Сейчас выбираем программу тушения. Я ставлю на 2 часа и включаю, и мы это дело томим, скажем так. Я хотела вам еще сказать, что мы это делаем, мы варим, не добавляя соли. Почему? Потому что горох так лучше разваривается, поэтому вам тоже советую соль не добавлять. Так, на сковороде вот мы сейчас добавили зиру и тмин. И жарим на сливочном масле, пока не потемнеет. Далее добавляем остальные специи. Все эти специи добавляем в суп. И пусть он еще раз у нас прокипятится. Такой получился ароматный суп. Запах обалденный. Вкус отменный.